Работаю по специальности. Закончил Ленинградский государственный институт культуры, кафедру режиссуры массовых праздников. Вот и 21-й год, да, если точнее, я возглавляю Народный театр. Начинать было сложно, конечно, потому что до меня существовал давно Народный театр, но по объективным причинам он распался, и его, ну, не было очень долго. И с моим приходом работа эта возобновилась. Ну вот врачи, педагоги, пенсионеры, вот основной контингент, интеллигенция. Есть, конечно, участники, которые профессионально играют уже на сцене, хотя они самодеятельные артисты, вот. Но они не играют по системе Станиславского, там еще по каким-то системам актерским. Они играют так, как подает им душа. Вот за это и ценится, так сказать, народный театр. И отличается он от профессионального вот этой народностью, что он, актер, играет роль свою так, как он ее видит. У меня принцип такой, если я, вот, допустим, готовлю какую-то классику, вот Островского, допустим, готовлю, я смотрю на фактуру. Фактуру, да, мне нужна фактура, я вижу перед глазами, допустим, хозяйка или купец, мне нужна фактура, вот. И я с этой, так сказать, с этой точки зрения я уже подбираю, уже уговариваю, хожу, приходи, пойдем. Но люди соглашаются и идут. Ну, в общем-то, мы с Альбертом Алексеевичем давние друзья, как бы товарищи. И вот однажды поступило такое предложение. Ну и, в принципе, я согласился. Как бы, ну, может быть, желание попробовать себя в чем-то новом. В принципе, мне это нравится, мне это доставляет удовольствие. Это такой определенный экзамен. То есть преодолеть какие-то там такие, ну и самого себя в том числе. Это дополнительно тратим мы свое свободное время. Как минимум 1,5-2 часа мы занимаемся в театральной студии здесь, в Народном театре. Но для меня это, честно говоря, отдушина от моей трудовой деятельности. Я просто здесь отдыхаю. Приходишь сюда в театр и проживаешь многие жизни здесь, многие роли проживаешь. Где-то с начала 2000-х. Первый спектакль был наш «Печка на колесе». Ну, немножко по-другому назывался он, но это был такой большой, такая большая моя первая главная роль. Мне очень нравится сюда ходить тоже. Я сейчас пенсионер, и, знаете, дома сидеть, ну, скучно. Сюда выйдешь, тут люди, тут движение, тут жизнь. Тут опять-таки какая-то новая жизнь, правда, что? Не считала, но как бы во многих спектаклях я как бы участие принимала. Вот сколько мы лет занимаемся? 25, да. 25, наверное, да. Во всех участие принимала. Всего у меня в группе 17 человек. 17. Но, допустим, я не могу задействовать сразу всех. Допустим, я ставлю спектакль. Вот сейчас спектакль ставлю на выходе, который у меня. В нем играют 6 человек. Я сам играю в этом спектакле. Вот. Значит, если я начинаю готовить другой спектакль, где уже 12 человек, то я уже остальных привлекаю. Так сказать, те люди, которые не играют, они находятся в творческом отпуске. Второй год работаю со школой. То есть у меня существует, у Народного театра, не у меня, у Народного театра существует спутник, молодежный спутник, правнуки Победы. Вот. Они занимались патриотическим воспитанием, а в прошлом году, к юбилею Победы, я написал сценарий такой объемный, и я привлек правнуков Победы, привлек ветеранов сцены. И мы вместе сделали программу, посвященную Победе, и мы объехали весь район с ребятами.
и с ветеранами. И это было так символично, что ветеран выступает на сцене вместе с молодежью. «Праздники Победы» – это у меня творческое объединение. Школьники с 1 по 11 класса. Мы занимаемся творческие направления у нас. Именно ставим спектакли о Великой Отечественной войне. В Народный театр мы попали, скажем так, случайно, после того, как решили с учителями поставить спектакль «Огонек на ветру», с которым ездили в автопробеги наравне с детьми. У нас группа детей. Вот. Ну и Альберт нас взял себе под крыло, так скажем, и на следующий год уже поставил с нами еще один спектакль в том же составе. Вот. Получается, который «Трибунал» называется. Сейчас очень много материала драматургического. Если затронуло меня материал сам, литературный, вот, есть какой-то там поворот или такой сюжет, который рвет сердце на части там, или улыбка душей раздвигает, то я это беру материал, его распечатываю, вчитываюсь в него, значит, и у меня свое видение возникает, этого, так сказать, произведения. И я уже начинаю смотреть на роли, кого, на какую роль, значит, вот, объясняю каждому, что я бы хотел тебя видеть в этой-то роли. Вот. Когда они все соглашаются, я собираю их, и у нас начинается период читки. Я распечатываю этот сценарий с моими правками, со всеми, с моим видением. Вот, распечатываю, и начинается читка. То есть, если так можно выразиться по-детски, читка по ролям. Да. Мы сидим месяца 2-3, и читаем, 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 отрабатываем дикцию, интонацию, все эти актерские дела, значит. И потом уже мы выходим на сцену. На сцену, вот когда выходим на сцену, я им обычно говорю, ставим голос, голос ставим, работаем на зрителя. И они все стараются, значит, подавать голос свой, надо не шептать, а, то есть шепотом говорить громко, если так можно выразиться. Вот. И начинаем работать на сцене. Я на носу, у нас большой праздник районный, праздник лодки. Вот. Даже он не районный, он даже больше, если взять областной праздник, да. И мы начали его спектакль готовить к этому празднику. Я нашел пьесу очень интересную «Любовь с приключениями». Действие происходит накануне этого праздника лодки в летнем кафе «Лодочник». Лодочник, вот. Но я не буду вам сюжет рассказывать. На сцене это сегодня фрагмент мы вам покажем. Вот. И закручивается этот сюжет в канун праздника лодки. В этом кафе «Лодочник». Вот этот спектакль мы готовим на выходе 8 июля. У нас премьера, как раз первый день праздника. И мы его покажем, потом повезем по району. Я думаю, что у людей, не у всех, правда, есть необходимость себя выразить. Должно быть какая-то любовь к тому, к чему ты идешь. То есть вот театральное творчество. Любовь к спектаклям, любовь к тому, что ты смотришь на сцене, спектакль там или что-то. Вот думаю, что это вот и двигает человека. Самовыражение, он на сцене самовыражается, да, через свою роль, да, через спектакль.